Еще раз, это прямой эфир для тех, которые только что подключились. Я хочу сказать вам добро пожаловать, мир вам и благодать, и благословение. Я Максим Максим. Мы ведем прямой пасхальный эфир. Всю неделю мы готовимся к Пасхе. Знаете, что такое вербное воскресенье? Это когда Иисус входил в Иерусалим. Сегодня мы поговорим об этом. Но вы пройдите сейчас на Дом Веры. Вот здесь он написан. Вот он, Дом Веры. Я буду очень рад с вами встретиться. Я Максим, Максим. И мы сегодня... У нас будет очень много интересных видео, будет очень много репортажей. Мы начинаем с вами говорить и вообще запускаем пасхальную неделю прямых эфиров. Каждый день в это время будем с вами встречаться. Каждый день мы будем с вами вместе искать лица Господня. Каждый день мы будем молиться и верить, что Бог благословит нас. Мы ожидаем чудес. Пасха. Христос воскрес. Вы знаете, считается, что Пасха является самым центральным праздником, христианским праздником. То есть более центральнее, чем Пасха, нету. Есть Рождество Иисуса Христа, мы радуемся Его рождению, но все-таки Пасха — это центральный христианский праздник, который существует. Центральный христианский праздник, который, вокруг которого мы фактически строим всю нашу веру, все наши убеждения. Мы радуемся его смерти и радуемся воскресению. Мы печалимся о смерти, так, наверное, правильнее сказать. Мы печалимся о смерти и мы радуемся его воскресению. Ну что ж, об этом и о многом другом мы сегодня будем говорить. Я Максим Максим. Пусть Бог благословит вас. Вчера в Алма-Ате был потрясающий пасхальный концерт, и наши ребята исполнили потрясающую акапеллу, стояли, восхваляли Господа. И это немножко нетрадиционный для нас стиль, не в нашей традиции, но было очень красиво. Я хочу поделиться с вами. Если вы сможете, перейдите на интернет, на domveri.ru, где я смогу ответить на ваши вопросы. А пока давайте примем участие в богослужении в Алма-Аты и посмотрим, как наши ребята старались и приготовили эту потрясающую песню. Оставайтесь с нами, это Максим Максимов. Пасха наша, Христос, Он был заклан за нас. Пасха наша, Христос, Он от смерти нас спас. Ему слава за это, Ему честь и хвала. Пусть звучит акапелла, прославляя Христа. Благою достойный жизни.
потрясающее пение, потрясающая хвала и восхваление. Знаете, у нас было сильное богослужение в это воскресенье в Алма-Аты. Я просто стоял, наслаждался, смотрел это все собрание. Такая слава Божья, такая благодать Божья. Знаете, весь мир вчера праздновал воскресение Иисуса Христа. Настроение приподнятое. Мои социальные страницы люди забили поздравлениями. И так приятно, что у нас есть общение в Доме Веры. Вот сейчас вы здесь видите Дом Веры. Присоединяйтесь к нашему общению. Пусть Бог благословит вас. Вы знаете, каждый год в течение последних 20 лет в Алма-Аты мы имеем специальное пасхальное богослужение. Концерт, представление, восхваление, поклонение. И в конце у нас есть особенная часть, когда мы сеем семена. Семена, давайте так скажем, семена воскресения. Мы называем это семя воскресения. Мы сеем семена воскресения. И семя воскресения – это наша благодарственная жертва для Иисуса Христа. Наша благодарственная жертва для Иисуса Христа. Когда мы говорим, что Он посеял себя, и мы благодарны Богу. Приносите жертвы благодарения, в Старом Завете говорилось. И мы сеем свои семена благодарения Господу. Мы благодарим Господа и говорим: «Господь, мы выражаем Тебе благодарность». Вы знаете, в течение 20 лет мы постоянно это делаем, мы с супругой делаем, приносим свои семя воскресения. И вся наша церковь принимает активнейшее участие в этом особенном событии. Принесение семян Господу. Что происходит в этот момент? Когда люди свидетельствуют и говорят: мы принесли семена Господу, потому что Бог благословил нас. Мы приносим семена, потому что Бог направляет нас. Мы приносим семена, потому что Бог дает нам возможности. Мы приносим семена, потому что с нами Бог. Мы приносим семена, потому что с нами Бог. Наши ребята, мы вчера показывали эти ролики, я хочу еще раз показать эти ролики, где наши ребята в студии записали, это реальные ребята из церкви, записали свои свидетельства, почему они жертвуют, почему они участвуют в семени воскресения, и почему это происходит, почему люди принимают участие в пасхальном богослужении в таком интересном формате. Давайте послушаем их. Я жертвую семя воскресения на Пасху, потому что я люблю моего Господа. Для меня это еще раз особая возможность выразить мою любовь и благодарность к моему Отцу. Я жертвую семя воскресения на Пасху для того, чтобы Церковь продолжала распространять Евангелие, спасала людей и приносила благодать и любовь Божью. Я жертвую семя воскресения, потому что не могу остаться равнодушным к жертве Иисуса Христа лично за мою жизнь, за мою семью, за людей. И финансы являются эквивалентом нашей жизни. И Бог просит, чтобы мы посвятили себя в жертву живую. Он не требует от нас смерти, как сам умер на кресте, а в жертву живую. И также одна из сфер жертвы, мотивации жертвы моей, это отлепиться от любви к финансам, и прилепиться больше к Богу, и исполнить Его заповедь. И спасибо Богу, что Он открыл это. Из-за любви я жертвую Ему. Я жертвую семя воскресения на Пасху, потому что я люблю Бога, и этим я выражаю свою благодарность и почтение к Нему. Я жертвую пасхальное семя воскресения, потому что я люблю Бога, и это мои личные отношения с Ним, и через это я показываю свое доверие и любовь. Пасхальное семя – это моя благодарность Господу за все, что Он совершил для меня. Господь любит меня и заботится обо мне. Каждый день я чувствую Его любовь и заботу, и поэтому я сею. Богу нужны не мои деньги, Ему нужно мое сердце, с которым я это делаю, и я с открытым сердцем сею это семя во время Пасхи. Я жертвую семя воскресения на Пасху, потому что я люблю.
и словами царя Давида. «И еще, по любви к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из серебра и золота, и его я отдаю для дома Бога моего, из всего, что заготовил я для святого дома». Я приношу пасхальное пожертвование, потому что таков мой выбор. Слово «Пасха» происходит от еврейского «песах», что значит «миновал», «прошел мимо». Речь идет о смерти, которую избежал Божий народ во время выхода из египетского рабства. Из-за пасхальной жертвы ангел смерти не приблизился к семьям израильтян, а прошел мимо их домов. Апостол Павел объяснял жителям Древнего Коринфа, что «Пасха наша Христос». Это значит, что верую в Его смерть за наши грехи и воскрешение из мертвых, всякий верующий в Господа Иисуса Христа оправдан перед Богом и возрожден к новой жизни. Таким образом, благодаря жертве Христа, Божий народ наследует не смерть, а вечную жизнь. А мое пожертвование – это всего лишь одна из форм сердечной благодарности Богу за все Его благодеяния. Я жертвую пасхальную жертву воскресения, потому что этим я выражаю благодарность Богу Отцу за все Его чудеса в моей жизни. Я жертвую пасхальное семя воскресения, потому что я верю, что через это семя совершаются дела Божьи. Я жертвую семя воскресения на Пасху, потому что я знаю и верю, что Бог любит меня и дает нам жизнь, жизнь с избытком и все те Божьи благословения, которые Он приготовил для меня и моей семьи. Примите участие, дорогие мои, примите участие. Я очень-очень благодарен Богу за наших людей, которые верно трудятся во славу Господню, которые жертвуют, сеют семена, которые просто благословляют дело Божие. Итак, сегодня у нас прямой эфир, это понедельник, у нас неочередной прямой эфир, поэтому я очень рад встретиться с вами. Всю неделю у нас будут прямые эфиры, и у меня радостная новость, ко мне приезжает жена. После нескольких недель, месяцев, пару месяцев, наверное, разлуки, теперь мы с ней воссоединимся, она уже просто на подлете сюда, к Лос-Анджелесу. И это такое благословение. У меня сегодня двойной праздник. Во-первых, Пасха, и во-вторых, жена возвращается. Хорошо быть мужу с женой вместе. Это такое благословение. Вы знаете, когда мы говорим о семени воскресения, мы говорим о благодарном сердце. Я благодарен Богу. Я благодарен Богу за все, что Он делает для меня. Я благодарен Богу за Его любовь. Я благодарен Богу за Его присутствие, благословение. Я благодарен Богу за то, что Он со мною. Я благодарен Богу за то, что Он вразумляет меня, поддерживает меня, укрепляет меня. Я благодарен Богу за то, что Он есть. Благодарен Богу за Его любовь ко мне. Послушайте меня, дорогие мои, послушайте. Мы благодарны Господу нашему Иисусу Христу. Благодарны Отцу Небесному, благодарны Духу Святому. Благодарение – это состояние сердца, состояние мышления. Благодарение – это состояние внутреннего мира. Я благодарен. Вся моя внутренность, все мое настроение, вся атмосфера – мы благодарны. Я благодарю Бога. За все благодарите. Быть благодарным. Быть человеком, который наполнен хвалою, молитвами. Давайте сейчас совершим молитву и попросим у Господа благословения и возблагодарим Его. Что сделал Иисус, когда преломил хлеб? Он возблагодарил. Не просил, не умолял, Он возблагодарил и преломил хлеб. Господь, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя. Бог наш, Царь наш, Спаситель наш, Отец Вечности, Творец, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, величаем Тебя, Господь, превозносим Тебя, хвалим Тебя, Иисус, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Иисус, Ты достоин хвалы, Ты достоин поклонения, Ты достоин, Господь, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Благодарим и благословляем Тебя, превозносим Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за милость Твою, благодарю Тебя за то, что Ты с нами, благодарю Тебя за то, что Ты укрепляешь нас, вразумляешь нас, держишь нас в своих руках, благодарю Тебя за то, что Ты помогаешь нам. Господь, благодарю Тебя за все, благодарю и поклоняюсь Тебе.
вместе со всеми зрителями я говорю благодарение Тебе и поклонение Тебе, хвала Тебе, хвала Тебе, хвала Тебе, слава Тебе, аллилуйя, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Господь, Ты достоин поклонения и благодарения, Ты достоин. Мы хвалим Тебя, Царь Славы, мы Тебя хвалим, Бог Всемогущий, мы Тебя превозносим. Мы Тебя превозносим, Господь, превозносим. Превозносим и поклоняемся Тебе. Превозносим и величаем Тебя. Превозносим Тебя, Царь мой, Бог мой, сила моя, крепость моя. Аллилуйя! Слава, слава, слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Царь славы. Аллилуйя! Аллилуйя, слава. Господь, я прошу, благослови каждого человека. Благослови, Господь, этих драгоценных людей. Благослови каждое сердце. Благослови, Господь, каждого человека во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я прошу, Боже, держи в своих руках и вразуми. Да пребудет Господь с вами во имя Иисуса. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом, мир. Аминь. Еще раз приветствую всех тех, кто присоединился. Это прямой эфир. У нас внеочередной прямой эфир. Это пасхальная неделя. И мы говорим о Пасхе. Наша Пасха – Христос. Аминь. Наша Пасха – Христос. Наша Пасха – Христос. Умер и воскрес за нас. Когда мы приходим к Господу со словами благодарения, жертвой благодарения, вы знаете, у нас есть свидетельство, я хотел бы показать, не свидетельство, а что у нас? Ага, пасхальное, да? Концерт, отлично. Мне подсказывает режиссер, что он приготовил, может показать несколько минут из концерта. Наши ребята подготовили потрясающий проект приготовили потрясающий проект, концерт в Алма-Ате. И это концерт, который был сделан с элементами фильма. В действительности это был мюзикл, у нас на сцене пели песни апостолы, пели песни наши ребята, и они восхваляли Господа и сделали историю смерти и воскресения Иисуса Христа. Поэтому я попросил бы нашего режиссера запустить кусочек. Я хочу вам показать, это потрясающий 30-минутный концерт, он скоро будет выставлен на YouTube. Я думаю, к концу этой передачи уже будет на YouTube. А сейчас я прошу вас, давайте посмотрим буквально несколько минут из этого. Этот концерт они делали, не концерт, а мюзикл, фильм фактически. Там посмотрел там сцены распятия, сцены, ну, в общем, интересно. Давайте посмотрим, как наши ребята справились со своей работой. Ну что, царь иудейский, возвысился? Других спасал, теперь себя спаси. Если ты сын Божий, сойди со креста! Ну если ты Христос, спаси себя и нас! Жизнь,
диктует свое. Потрясающе. Смотрите, вот я сейчас смотрю, глаза оторваться не могут. А, это наши ребята. Я смотрю на ребят, я всех узнаю, это прихожане моей церкви. И когда я их вижу в этих костюмах, просто аж мурашки по коже идут. Потрясающе, потрясающе. А, еще можно какой-нибудь, перемотайте чуть, еще включите какой-нибудь кадр. Это буквально мюзикл идет 30 минут, но просто потрясающе. Итак, давайте посмотрим еще кусочек. Живущий под кровом Всевышнего. Замечательно. Это... Танцы детские. Еще давайте перемотаем. Потрясающе. Сейчас еще перемотают нам. Знаете, вот просто смотреть на... Я уже посмотрела. Вот они в лодке плывут. Не впервые мы в море, но жуть как в первый раз. Посмотрите, там призрак, что за ночка у нас. Ну-ка, ну-ка, включи еще раз, призрак. Это я. Если это ты, то повели мне идти по воде. Иди. Петр, что ты делаешь? Остановись. Петр, успокойся. Ты же утонешь. Не в первый раз удивляюсь Иисусу Христу. Вместе с ним я по морю, как по суше. Посмотрите, какие хорошие эффекты. То есть графика компьютерная. Ну просто, он ребят, сказал, я, поверил, я просто радуюсь за них. Я смотрю, Володя, Петр идет, я просто... Это потрясающе. Еще можно включить что-то. О, наша сестру голос слышу. Мечтала, как все, о счастье и любви. Чего-то светлого коснуться хотела. Но рушилось все на моем пути. Остатки смелости в груди. Сжимая, пыталась вырваться на волю, как птица я, но осуждение вздохнуть не давала. Наша сестра такая благословенная. Так явился ангел в белых одеждах и отодвинул камень. В общем, в гробнице теперь тела нет. Это ученики украли тело, а вы спали. И об этом должны узнать все. Вот вам за молчание, а точнее за верную информацию. Потрясающая работа. Наши ребята просто молодцы. Провели огромную, гениальную работу. Если вы хотите посмотреть этот мюзикл, это просто, там особенно на Голгофе, как они делали, это просто потрясающе. Поэтому я вам рекомендую посмотреть его. Если хотите, буквально через несколько минут зайдите на сайт YouTube Максим CNL. Это мой сайт, на моем YouTube будет оно выставлено. Вот сейчас у меня здесь компьютер стоит, оно загружается и показывает, еще осталось 4-5 минут. Через 5 минут будет на YouTube уже стоять. И наверняка в эфире телеканала CNN вы тоже сможете увидеть, но в YouTube вы увидите в HD качестве, поэтому я вам настоятельно рекомендую, посмотрите его в интернете. Замечательно. Ну что, драгоценные мои, у нас есть новости. Наши люди, вы, драгоценные, начали приносить пасхальные семена. Еще раз напомню, что такое пасхальные семена? Люди сеют семена, и мы жертвуем, и к нам пришли первые пожертвования, и мне сообщили, что кто-то поддержал нас. Кстати, вы можете пройти на сайт gofundme.com/... Сейчас нам покажут во весь экран этот наш сайт. И вот так, первое пожертвование уже есть. Вы сможете его найти у меня на Фейсбуке. /gift, по-моему.
Или нет, не гифт, сейчас я вспомню даже, я сейчас на своем сайте посмотрю. Вы можете поддержать, вот, благо, благо, благодарение, жертва благодарения, вот я вспомнил. GoFundMe.com с благодарением, принесите свои приношения, и вы будете благословенны. Вот этот сайт еще раз написан, GoFundMe. Это все деньги перейдут сразу же на CNL, все пожертвования перейдут сразу же на CNL, это не ко мне пойдет в карман, я вообще не прикоснусь к этим деньгам. Это сразу же отправляется туда чеком. Поэтому вы можете, если у вас есть визы или MasterCard, вы можете посеять семена туда и выразить свою благодарность Господу. У нас есть также, одна женщина прислала пожертвование через Western Union. Пожалуйста, запустите ролик всех тех людей, кто пожертвовал. Сейчас они пытаются его восстановить. У нас буквально есть уже Наталья из Мизури, я помню, что пожертвовала. Одна сестра пожертвовала. Я вот попытаюсь у себя посмотреть, что здесь у нас тут запущено. То есть, я сожалею, что у нас ролики не подготовлены почему-то еще. Я-то думал, что уже они подготовлены. Итак, я хочу выразить особенную благодарность. Вот здесь у меня идет на экране Гельзихан из Мары, она прислала большую сумму, и из Миссури Харитонов Наталья, и Матинюк Надежды из Киева прислала 200 гривен, за что я очень благодарен и благословляю вас именем Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас обильнейшим образом. Я очень благодарен этим трем сестрам. Как-то с братьями не очень у нас весело получается, а с сестрами достаточно хорошо получается. Итак, еще раз запустите, пожалуйста, этот ролик. Я благодарю Бога за тех людей, которые это сделали. Большое. Пусть Бог благословит вас. Вы знаете, когда мы приходим к Пасхе, очень важный момент. Вопрос верения. Многие из нас верят в смерть. И мы говорим, я верю, что Иисус умер. Вы верите, что Иисус умер? И что совершилось на Голгофе в момент, когда Он умер? Произошло спасение. Но когда я перечитывал Библию, вы знаете, я нашел очень много интересных откровений о нашей вере. Во что мы верим? Многие люди верят только в смерть. И они говорят, Иисус умер, Иисус умер, Иисус умер, Иисус умер. И это так, Он умер. Но они не верят в силу воскресения. Как Он умер, так и нам ходить в обновленной жизни. Как Он умер и воскрес, чтобы мы ходили в обновленной жизни. Другими словами, если Иисус умер, тогда это мы должны принять, и мы умерли. Но в действительности, давайте прочитаем. Что же скажем? Римлянам 6 глава с 1 стиха. Римлянам 6 глава с 1 стиха. Написаны такие стиха, такие слова. Что скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли ли как? Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Когда мы крестились в водном крещении, в смерть его крестились. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Как Христос воскрес, так и нам ходить в обновленной жизни. И Писание говорит о спасении. Что нужно сделать, чтобы быть спасенным? Откройте Римлянам 10 главу, перелистните буквально пару страниц. И написано, здесь такие слова с 9 стиха. Очень важные слова. Как получить спасение? Ибо если устами твоими будешь исповедовать, если устами твоими будешь исповедовать, что нужно исповедовать? Что Иисус Господь, если просто будешь говорить Иисус Господь и сердцем веровать, и вот здесь вопрос, во что верить сердцем? Во что нужно верить сердцем? Сердцем веровать, что Он умер, что Он пострадал, что Он мучим был за нас. И если будешь сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, если будешь сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Ибо
устами, посмотрите, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Аллилуйя. Сейчас послушайте. Пасха или воскресение – это не просто случай. О, он воскрес, ну, слава Богу, живой. Он живой, аллилуйя. Чуть больше. Многие христиане только верят в смерть. Они верят, что Иисус умер. Но они не верят в воскресение. Они верят в смерть. Он пострадал, он умер. Господи, Господи, прости меня, прости. Они постоянно ходят, каются. Они не крещены, не погружены с ним в жизнь, в воскресение. Они только в смерть погружены. Послушайте внимательно. Когда мы говорим о христианской вере, есть две субстанции. Смерть и воскресение. Чтобы получить спасение, нам нужно верить. Послушайте, смерть и воскресение. Нам нужно верить в то, что Бог воскресил его из мертвых. Он умер, но Бог его воскресил из мертвых. Для многих людей Христос до сегодняшнего дня мертвый. Они его рисуют на картинках мертвым. Они молятся на него мертвого. Они приходят к мертвому Иисусу, к умершему. И они разговаривают с умершим. Но умершие не слышат. Если бы он умер и не воскрес, он бы не слышал нас. Мертвые не слышат. Но Иисус воскрес из мертвых. Не оставляй Иисуса мертвым на кресте, Он живой. Наша сила – это вера воскресшего Иисуса Христа. Наша сила – это вера в Иисуса, который воскрес из мертвых. Наша сила – это убеждение не только в смерть, но и в воскресение. Многие христиане забыли о воскресении, забыли о Пасхе. Они сконцентрированы, они сфокусированы, они смотрят, они живут вокруг смерти, но никогда не перешли в воскресение. Он есть воскресение и жизнь. Он не есть смерть, он есть воскресение и жизнь. Аллилуйя! Слава, слава, слава Иисусу Христу. Он есть воскресение и жизнь. Он есть воскресение и жизнь. Если будешь сердцем веровать в воскресение, в Пасху, что Бог воскресил его из мертвых, и устами твоими исповедовать, что Иисус есть Господь, то спасешься. Другими словами, наше спасение основывается, зиждется на двух столпах. Признание Иисуса Господином, Господом. И второй столб – веровать в Пасху, в воскресение. Это не просто. Многие все время приходят к мертвому Иисусу. И они держат Иисуса мертвым годами, годами они держат Иисуса мертвым. Для них он не оживает, он для них остается, продолжает быть мертвым. Они живут с мертвым Иисусом. Они молятся, смотрят, поклоняются мертвому. Они обитают с мертвым. Мы же должны обитать не с мертвым, но с живым. Он живой. Аллилуйя. Он живой. Господь живой. Господь живой. Мы веруем в воскресение и жизнь. Веруем в воскресение и жизнь. Я обращаюсь к людям, которые там находятся. Наталья из Миссури с 10 человеками. Татьяна из Риги, Слава, Яна с Москвы, Сергей из Испании, Ирина, Лариса из Кирова, драгоценные, Александр из Каменногорска, Татьяна, всех приветствую, Александр, Лариса. Я еще раз хочу сказать вам, драгоценные, вопрос. Мы говорим о смерти Иисуса Христа. Послушайте, мы говорим о смерти Иисуса Христа. Мы обращаемся к Иисусу и говорим о смерти Иисуса Христа. Но когда мы говорим о спасении, спасение – это верование в воскресение и жизнь. Я верую в воскресение. Я верую в силу воскресения. Еще раз посмотрите, Римлянам 6 глава написана. Неужели не знаете, что все крестившиеся во Христа – Иисуса в смерть его крестились. И дальше. И как мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной
жизнь. Как Христос умер, и мы погрузились через крещение, так и нам через воскресение ходить в обновленной жизни. Вопрос каждому из нас. Веруешь ли ты в воскресенье? Веруешь ли ты в Пасху? Веруешь ли ты в воскресенье и жизнь? Дорогие христиане, дорогие верующие, я обращаюсь к вам. Для вас Иисус только мертвый? Вы только все время бегаете и каетесь? Вы только поворачиваетесь к Богу. Боже, помилуй, помилуй, прости меня, Господи, прости меня. Я каюсь, я каюсь, я каюсь. Все время я каюсь, я каюсь, я каюсь. Может быть, пришло время сказать: Господи, я хочу жить в Твоем воскресении. Человек без воскресения, без Пасхи не может жить в обновленной жизни. Человек, который только к смерти приходит, он все время будет совершать то снова и снова ошибку. Я видел христиан, которые годами: помилуй меня, Господи, помилуй меня, Господи, помилуй меня. Они живут только молитвой покаяния. Прости меня, прости меня, прости меня, Господи, я каюсь. Дорогой человек, ты не только должен каяться. Тебе нужно прийти к Иисусу и сказать: я благодарю тебя. Аминь. Если мы благодарим Господа Иисуса Христа, мы приносим семя благодарения. Я благодарю Бога за всех тех людей, кто участвовал в сборе на камеру. Мы собрали достаточно финансов, и мы приобретаем камеру. Пусть Бог благословит вас обильно. Буквально пару недель возьмет, чтобы камера пришла, и мы установим новую камеру, и объявлю вам дополнительно. Но сейчас пасхальное семя. Наши люди из Алматы приходят с благодарением, и мне показал режиссер, что уже готовы ролики. Давайте попробуем их посмотреть, эти ролики, о людях, которые благодарят Бога. Жертвую семя воскресения, потому что этим самым я хочу выразить благодарность Богу. Бог благословляет меня, и мне хочется быть благословением для других людей, и тем самым я жертвую семя воскресения. И я семя пасхальное жертвую. Это то, что самое малое я могу дать Богу. Примите участие в пасхальном приношении семя воскресения. Почему я жертвую? Потому что я хочу хоть как-то отблагодарить моего Господа за его жертву, за его огромную, бесценную жертву в мою жизнь, за это спасение. Поэтому я хочу принести этот маленький вклад в свои финансы для Господа. Я сею семя воскресения, потому что Господь избрал меня. Он посеял меня всю любовь. И Он есть моя жизнь. Он есть все. Я жертвую всю свою жизнь, все свои финансы, все начатки, что есть у меня для Господа, чтобы слава Его распространялась на всех и на каждого с огромной любовью. Примите участие в пасхальном приношении «Семя воскресения». Аминь. Я благодарю Бога за всех этих сестер, трех сестер, которые приняли участие. Пусть Бог благословит эти три сестры: Наталья, Надежда и Гильзихан из Средней Азии. Я благодарю Бога за вас. Пусть Бог благословит вас обильнейшим образом. Я очень-очень благодарен вам за вашу жертвенность, за ваше участие в Божьем деле. Пусть Бог благословит вас. Драгоценные мои, еще раз благодарю Бога за ваше участие. Прямо сейчас вы можете пройти на gofundme.com/благо. Поддержите. Я попрошу режиссера вывести на экран этот сайт, как туда пройти. Вот он, gofundme.com/благо. И поддержать Божье дело. Я обещал молиться за тех людей, которые жертвуют, и буду молиться, благодарить, благословлять. И наш эфир подходит к концу, завтра встретимся. Надеюсь, что моя жена приедет уже сегодня, через несколько часов. И когда она приедет, уже завтра, наверное, будем с ней вместе в эфире. Поэтому это будет классно, классно, классно. Будет такое благословение, что она будет вместе со мной завтра в эфире.
Просто я уже в ожидании, уже скучаю по моей Ларисе. Аллилуйя. Пусть Бог благословит ее. Дорогие мои, я благословляю вас. Давайте помолимся за этих трех сестер, которые приняли участие в Семени Воскресения. Помолимся и благословим их. И благодарю Бога за вас, дорогие сестры, которые приняли участие. И также Андрей пожертвовал $2 из Украины. Пускай Бог благословит Андрей и Оля из Украины, из Черкасов. $2 перечислили. Благословляю вас. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Во имя Иисуса Христа. Я как обещал Господь, я прошу Твоего благословения для этих людей, которые поддержали, которые посеяли семена. Я прошу, Бог, благослови. Благослови, Господь, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, благослови, Господь, я прошу Твоего благословения, благослови, Господь, каждого человека, кто сеет свои семена, благослови, Господь, каждое сердце, благослови этих сестер, Господь, из Средней Азии, сестру, из Америки, благослови, Господь, этих сестер, которые поддержали Божье дело, я говорю Твое благословение над ними во имя Иисуса Христа, над их семьями, над их детьми, я прошу, Боже, благослови, пускай щедрость, которую они имеют, пускай она вернется во много крат. И пускай, Господь, они пожнут урожай Твоей благодати, Твоей славы и увидят руку Твою действующую в их теле, в их жизни. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Боже, благослови, пускай придет умножение, пускай придет слава, пускай придет Дух Твой, помазание Твое на них во имя Иисуса Христа. Я благословляю. Благословляю партнеров во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благодарю Бога за каждого из вас. Эта неделя у нас пасхальное семя. Мы жертвуем Господу наши семена. И вспоминаем, что сделал Иисус. Иисус принес себя в жертву. И мы приносим жертвы для Господа. Дорогие мои, у нас мюзикл, я уже говорил, будет мюзикл. Я еще хочу показать несколько кадров из этого мюзикла, который у нас будет записан. Вы уже можете пройти ко мне на сайт Пастор Максим, youtube.com/maximcnl. И там вот уже идет обработка, это видео будет готово буквально через несколько секунд. Или зайдите ко мне на Facebook, и я там буквально вот прямо сейчас опубликую это видео. Встретимся завтра в прямом эфире. А сейчас давайте маленький такой тизер того мюзикла, который у нас будет уже на интернете через несколько минут. Пусть Бог благословит вас, встретимся завтра. Я уже буду с моей женой. Пока, люблю вас. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.